Ученики обычной подмосковной школы из Медвежьих озер еще за парты могут попробовать свои силы в применении точных наук. Акционерное общество «Особое», конструкторское бюро Московского энергетического института и администрация школы подписали соглашение о сотрудничестве. Официальный статус партнерских отношений подтверждает намерение УКБ целенаправленно заниматься подготовкой со школьной скамьи специалистов для космической отрасли. То мероприятие, которое сегодня происходит, а именно подписание соглашения, это цель одной большой программы – помощи. В первую очередь назову вас нашим детям в том, чтобы определиться, те, кто имеет склонность к техническим специальностям, помочь определиться и в дальнейшем поспособствовать в вашей судьбе, а именно поступление в вузы высшего профессионального образования. В день подписания соглашения в школу приехали представители службы эксплуатации антенных систем и комплексов филиала УКБ, расположенном здесь же, в Медвежьих озерах. В конструкторском бюро ведется часть научно-технических разработок вуза и контроль за сопровождением космических аппаратов. Филиалу 54 года, а вузу все 80. Инженерный опыт богатейший. Соглашение предусматривает заключение целевых контрактов на обучение в вузах на бюджетной основе по специальностям, которые непосредственно связаны с самой загадочной в мире научной областью – освоением космического пространства. Что предполагается прежде всего? Это большая профориентационная работа со стороны сотрудников конструкторского бюро, встреча, непосредственно экскурсии на территорию, это встречи с сотрудниками, со специалистами, для того, чтобы помочь детям, выпускникам школы правильно сориентироваться на своем жизненном пути в плане выбора профессии. Способности подростка в выборе той или иной специальности, связанные с освоением космоса, помогут уловить психологи и социальные педагоги ОКБ. После церемонии подписания руководитель конструкторского бюро вручил троим ученикам, занявшим призовые места на начальном этапе чемпионата «Молодые профессионалы 2020», дипломы. Тот самый подходящий момент, чтобы присмотреться к будущим кадрам. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.